А, здрасте, дорогие подписчики, мы продолжаем прохождение игры Black Mesa. В предыдущей серии мы добрались через офисы сюда. И вот встретили первого солдата. Не дожили, но вот он валяется. И вот ученого, который встретил его. Да, встретить со мной. Так, сейчас мы, как понимаем, встретим его друзей. Так, это нельзя. Да, там был лесок. Ага. Так, жизнь, все. Ну ладно, поехали. Так, где там? А, вот. Ну и, конечно, загрузка. Как же без нее сейчас? Можно. Да, сейчас охота так постреляться с солдатами уже. Да, блин. А то эти монстры уже прямиком достали уже. Так вот. Don't shoot. We're with the science. Так, они там. Так, блин, не лагай, пожалуйста, блин. Так. Так. Пока жизнями вроде неплохо. Солдатики. Готов. Так. Все, да? Всех снял? Так. Не, было глупо с вашей стороны идти и бежать, не стрелять и не стрелять на них. Так, жизни. Так, внимательно смотрите. Вот еще за спиной выскочит, как обычно. Так, вот. Ты мне и нужен. Блин, немножко не хватило, ну ладно. Так, это не открывается? Ладно, нет. Так. Посмотрим, что наверху было. Так, ну, там какой-то путь есть. Так. Ну, ладненько. Давайте сохранимся. И пойдем. Так, еще один мертвый ученый. Блин. Глубоко. Ну, их спокойно можно обойти. Я думаю. Да, это было глупо пытаться их отопить. Так. Да. Ой, чуть не упал. Так. Прошу все выглянуть, пожалуйста. Ты что, не умер? Ладно. Давайте сохранимся опять. Так, что у нас тут? Закрыто. О, турель. Как мне их не хватало? Опять эти лизуны. Так, солдатов вроде нет. Так, тебя на самом случае убьем. Так, ну вроде больше некуда идти. Ладно, поперли сюда. Будем бежать против механизма. Не-не-не. Снял. Так, где еще были? Так, еще. Ты сдох. Так, стой. Нет. Так, автомат. Сохранимся. Так, грузовики с припасами. Ага, вот, как понимаю, наверное, да, они приехали сюда. Начали все зачищать. Так, туда можно. Да, сюда нельзя. Ладно. Давайте поднимемся сюда. Блин. О!
несколько раз. Блин. Ладно, дубль 2. Тихо, не падай. Так. Так, ну, блин. Ладно. Мы слишком... Ах, да. Мы это сделали. Так. А, кто там хочет что, в геймс поехать? Ой, где граната? Срочно граната. Срочно граната. Съешь гранату. Ой. Да. Да, ага. Надо понять, где эта турель стоит. Чё, внизу, что ли? Так. Сваливаем быстро. Так, а туда, как понимаю, не... Стоп, откуда не пришли? Так, сейчас успокойся немножечко. И пойдем дальше. Ладно, давайте пойдем. Ха-ха-ха, не попало. Блин. Блять, ну вы издеваетесь. Так, ну здесь граната, думаю, поможет. Да. Ладно, погнали. Дальше. Так. О, ученый. Take me with you! I'm the one man who knows everything! Ты идиот, ну что ты тупый, да? Так, ну да, они мертвы. Как следовало ожидать. Так. Нет. Суки. Где они? Так, стреляли вроде откуда-то отсюда. А вон вижу. На одно. Где твои остальные противники? Так, есть мыслишка, где они? Реагил, хуёв тебя. А он сверху вижу, спалился. Так, еще. Так, вон, увидел танк движение. Так, ладно. Её на идею пусть убежать. Оп. Могу попасть в бежащего футболиста. Мне несу. Так. Где вы? Алло. Снял. Так, где вы еще? Джентльмены. Так. Я вы еще, вы не знаете. Я всего лишь хочу поговорить. Блин, тут. Блин, да. Да, мне надо определенно научиться. Стой, чё ж ты бегаешь-то уже? Куда убежал? А, он спустился. Я тоже посиди умею стрелять, блин. Так, ну это вроде был последний, да, если не ошибаюсь. Да, походу все. Не, ну не надо терять бдительность. Так, что это? Это голос. Еще что ли, где солдат? Готов?
Ну... Так, есть кто? Не, стоп. Вначале пойдем туда, это же баллон. Не, его взять нельзя. Так, патронов не поменьше, надо беречь их. Так. Так, что у нас тут? Еще патроны. Я что-то сломал. Ой, ты, блядь. Сука. Давай. Это был неожиданно. Так. Так, надеюсь, меня больше не ждет таких сюрпризов. Так, ладно. Погнали отсюда. Вон туда вниз. Походу мы солдата встретили. Тебя, походу, сожгали. Самый нелюбимый мой противник. Эти лизуны. Так. Ну, это было просто. Так, сохранимся еще. Так, снял. Сохранимся. Как обычный физик может убивать солдатов спецназа? Я один, наверное, это не понимаю, да? Это же Гордон Фриман. Так, это мы были, да, я помню, да, мы были на первом этаже. Так, и дохлый охранник или... Нет, дохлый, скорее всего. Так, тут ничего, опять же. Ты дохлый. Так, патроны набрали, сохранимся. Пойдем вниз. Так, понимаю, нам сюда, да? Нет. Как ни странно, но нет. Так, ну вот, мы пришли сюда и... Да, мы здесь были или нет? Блин. Так, вот этого я тут не помню вообще абсолютно. Так, вот, жизни. Так. Еще один лифт. Да. Походу поймем. О, еще выше поднимаемся. Как понимаем, сейчас опять будет загрузка, да? Да. Да. Я опять прав. Да, гранат у нас, походу, вообще не осталось. Пока на что ноль. Или это не гранаты. Хер знает, что это. Ну да, но пока, сказать, немного тяжеловато с этими солдатами, чем в первой части, но самый оригинальный Half-Life. Ну ладно, сейчас посмотрим, может дальше будет легче. Или наоборот, тяжелее. Блин, этот лифт так медленно едет, да? Ой, мне ночью, мы же не на... мы сейчас не научимся. Чтобы не подскажешь, я тут не надо. Готово. Знаете что, давайте закончим на этом эту серию. В следующий пойдем на улицу, убьем с этих солдат. Ну все, всем всего хорошего, пока.